Здравствуйте, друзья, давно не виделись. Значит, сегодня вот пришел на пасеку, вспомнил, что ребята просили, чтобы я рассказал, как прижились наши саженцы, которые мы покупали в компании Агромаркет. В частности, просил Саша Пушистый Инженер и Алексей Филипчук, которым я с удовольствием, кстати, передаю приветы большие. Значит, чего? Все прижилось капитально, но не сразу. Я вот в данный момент на пасеке. Оно у меня все это недалеко посажено. Сейчас я это все, конечно же, расскажу и покажу. Давайте сразу приступим, чтобы не тянуть кота за все подробности. Начнем, пожалуй, с яблоковидной айвы. Как видим, дала небольшой прирост, сантиметров 10. Но все-таки вот прижилась хорошо, нормально. Мы ее замульчевали сеном, подливаем, удобряем. В общем, мне нравится, как она прижилась. Кстати, вот можем видеть, как ограждение ее прижилось. Это, кто не знает, это лещина. Естественно, это все отпадет, но пока вот растет. Айва яблоковидная. Далее у нас идет малиновое дерево, так называемое. Штамбовая малина. Вот посаженная в этом году. И вот уже, как видим, дала плодики. Такая вот маленькая, но уже вот порадует нас первым урожаем. Не знаю, возможно, нужно было по-правильному их пообрывать. Это вторая малинка, также штамбовая. И тоже вот плодики будут. Она как-то сложнее приживалась, но, как видим, обогнала в росте собрата. Вот в районе пасеки решил высадить весь виноград, который мне пришел, 4 куста. Это вот, видим здесь кишмиш столетия. Прижился он сразу же, но есть вопросы по нему. Мне кажется, что слишком пересушены были корни саженцев, поэтому сначала выпустил нижние листки, они какие-то другого цвета. Мне кажется, что он прищепленный, и нижняя прищепа мне дала сначала листки, и вот будет, я решил их не срывать. Я посмотрю, что вырастет с нижних, и посмотрю, что вырастет с верхних. Хорошо, слава богу, верхние все-таки выпустили, и будем уже наблюдать, что из этого всего получится. Напомню, кишмиш столетия. Дальше у нас по плану. Здесь видим бажена. Очень хорошо принялась. Сразу пошла в рост. Выбросила такой вот однолеток. Сантиметров 30. Красиво так прям пошла. Ну, порадовала именно. Это бажена. Дальше сенсация.
Также принялось очень неплохо. Какая-то поросль на ней, ну не знаю, как-то мне было стрёмно это все срывать. На следующий год уже посмотрю, какая из них, какой однолеток будет крепче, лучше, и тот оставлю. Пообрезаю как положено, остальное удалю. Такой вот посеченный лист. Это сенсация. В смысле, сорт сенсация. И, наконец, виноград, который меня заставил понервничать. Потому что около месяца он вообще не подавал признаков жизни. Но потом показал себя с лучшей стороны, оправдал доверие, принялся и пошел в рост. Перегнал даже некоторые другие сорта. Это виноград памяти учителя. Могу сказать, что, наверное, все-таки больше в этом магазине я покупать не буду, потому что если, например, айва и малина пошли как-то сразу, принялись, пошли в рост, все было нормально, то виноград как-то потуже был, хотя фактически виноград — это верба, он приживается сразу и растет сразу. Ну, здесь корни очень пересушены были. Прям было видно, что они как вот жесткие, как проволока. Такого быть не должно. Они как-то, ребята должны были следить за этим. Или как-то старые саженцы не продавать, что ли, не знаю. Ну, в дальнейшем я собираюсь покупать виноград уже с закрытой корневой системой. А желательно даже вегетирующие саженцы. И, в принципе, я уже даже нашел продавца, интернет-магазин, продавца, не знаю. В общем, на осень я собираюсь взять еще несколько саженцев, потому что есть мечта прям более-менее себе сделать такой виноградник именно из столовых сортов, потому что винные сорта у меня как бы есть, вино у меня не особо идет, а вот столового как-то не хватает. Поэтому вот белыми сортами я как бы запасся. То есть Бажена, Сенсация, да, Памяти Учителя немного темнее, Кишмиш Столетие. Там у меня есть еще два сорта, которых я даже названия не знаю, как-то раньше не интересовался, о чем очень жалею сейчас. Вот еще черных не хватает. Собираюсь купить то ли Руслан, даже не знаю, возможно, Руслан. Может быть, Атос. Чего-то такого хочется, вот прям черного, фиолетового, синего, темно-синего, не знаю. В общем, будет видно, но в дальнейшем, но пока так. В общем, вот такое вот было видео. Извините за нехудожественность. Дальше что-то Люба будет снимать, возможно, будет похудожественнее. У меня как-то не получается с этим. Такое вот видео. Так что, ребята, кто еще меня не забыл, ставим лайки, подписываемся на канал, комментируйте обязательно, может, мысли, может, подскажете какой-нибудь сорт. Такой вот нужен, в принципе, стойкий, обоеполый, неприхотливый, морозостойкий. У нас, в принципе, морозы не небольшие, но до 20, вот до 21 опускается. Так что вот так. Все, всем удачи, до новых встреч. Постараюсь так не пропадать надолго. Все, всем пока.